день, он и траурный, и торжественный. Торжественный, потому что мы смогли под российским триколором воинов Российской императорской армии предать земле. Они обретут свой вечный покой. Нам тяжело было, наверное, подниматься в эту гору, но они будут на этой горе ближе к небесам. Они очень долго к этому шли, но они скоро будут там. Вот здесь рядышком находится могила, в которой покоится 7 советских воинов, которые отдали свои жизни точно так же на литовской земле. И очень символично то, что эти воины, объединенные единым боевым братством, будут лежать здесь, на литовской земле, рядышком. Спасибо вам огромное, всем тем, кто без чьей помощи, возможно, и не состоялось бы это захоронение. Земной вам поклон за это, а ребятам спать спокойно. Мы всегда будем помнить о вас. И наша организация называется «Забытые солдаты», сделает все, чтобы этих забытых солдат на литовской земле, по крайней мере, не осталось. Мы будем помнить вас всех по имени. Витя, как классно. Положите еще сразу вниз, просто наверх, хорошо. Между ними там посерединочке положите, я там просто... Витя? Блаженном успении вечный покой подашь, Господи, рабом Твоим, воинам на поле брани убиенным, и сотвори им вечную память. Вечная память. Вечная вечная память. Души их во благих водворятся, и память их в род и род. Вечная память о блаженных царстве небесном. Аминь. Господня земля и исполнение вселенной, и все живущие на ней. Господня земля и исполнение вселенной, и все живущие на ней. Господня земля и исполнение вселенной, и все живущие на ней. Время Отца и Сына. Берег, 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 берег.